Друзья мои, всем огромный привет! Сегодня мы с вами находимся в магазине низких цен «Светофор» по адресу город Ульяновск, Димитровградское шоссе, 8. Посмотрим новинки и ассортимент в этом магазине. В продаже есть сотейник литой, сковорода с антипригарным покрытием, с бакелитовой ручкой и со стеклянной крышкой в комплекте. Диаметр 26 см, изготовитель России, стоимость 1043 рубля. А еще привезли вот такие маленькие сковороды, сковорода глубокая, порционная, алюминиевая, с антипригарным покрытием, коллекция семейная, серия Вари. Диаметр сковороды 14 см, в составе алюминий, изготовитель Тверская область, стоимость 187,50. А еще в продаже есть электрические чайники торговой марки Good Helper, здесь они белого цвета, корпус у него пластиковый снаружи, а внутри колба из нержавеющей стали. Объем чайника 1,8 литра, мощность 1500 ватт, изготовитель Китай. Продается в коробочке, стоимость 745 рублей. Друзья, плитка электрическая торговой марки Good Helper. Она с пятиступенчатым термостатом, мощность 1100 Вт, цвет черный. Изготовитель Китай, стоимость 513 рублей. Ковер текстильный с прорезиненным основанием. Здесь они в большом ассортименте, запакованы в индивидуальную упаковочку, пакет. Размер ковра 50 на 80, покажу поближе, как он выглядит. Изготовитель Китай, стоимость 294 рубля. А это паласы для дома. К сожалению, осталась вот только такая расцветка здесь. Палас размером 100 на 150 сантиметров. Тафтинг. Состав ворса 100% полиамид и вторичная основа войлок. Изготовитель Россия. Так вот он выглядит. Стоимость 524 рубля. А это ковры эспрессо. Они здесь в большом ассортименте. Ворс не очень высокий, но он все-таки есть. Также имеется здесь джутовая основа. Фабричное качество. Изготавливают витебские ковры Республика Беларусь. Размер ковра 100 на 150 сантиметров. Стоимость 1100 рублей. И есть ковер с коллекции Шеги, называется Нил. Вот он уже с высоким ворсом. Здесь он в ассортименте по цвету. Размер 80 на 120 сантиметров. Изготовитель Беларусь. Цена 944 рубля. В продаже есть снеговые лопаты, пластиковые, с деревянным черенком, размер 35 на 35 сантиметров, цена 181,50. Привезли снова кедровые леденцы с медом и прополисом, с ароматом лимона для горла и для иммунитета. Здесь в упаковочке 40 леденцов. Это мощный антисептик, обладает противовоспалительным и антимикробным действием. Изготовитель Россия, город Новосибирск, масса 128 грамм. Продается вот в такой коробочке, стоимость 99. Спрей назальный Aqua Air Море для активного промывания и очищения полостей носа. Подходит для детей и для взрослых. В упаковочке 4 флакона по 50 мл, цена 209 рублей. Следующая новинка в магазине «Светофор» – это набор ключей комбинированных помощник. Здесь 12 ключей, изготовитель Китай, стоимость 400 рублей. Также в продаже есть пластырь перцовый «Сила перца» от «Мастер Юни». В упаковочке их 5 штук размером 10 на 18. Они с согревающим эффектом, содержат экстракт белладонны, экстракт перца и камфору. Цена 98 рублей. Лента светодиодная торговой марки «Демакс». Она идет в комплекте с пультом управления, с контроллером и с блоком питания. Длина ленты 5 метров, свечение мультиколоры, всего здесь 25 режимов работы. В комплекте идет двухсторонний скотч, он уже наклеен на ленту. Цена 350 рублей. А еще в продаже есть вот такой набор декоративных самоклеющихся зеркал, называются соты. Здесь в комплекте 10 зеркал, такой вот формы, стоимость 286 рублей. В продаже есть светодиодные светильники длиной 120 см торговой марки «Демакс». Мощность светильника 45 Вт, цветовая температура 6500 Кельвин и световой поток 3300 люмен. Изготовитель «Китай». Такие светильники очень хорошо разбирают в магазине «Светофор». Берут прям по несколько штук, потому что стоят они очень дешево, 232 рубля. Также есть светодиодный настенно-потолочный светильник с мерцающим эффектом. Он круглый, мощностью 48 Вт. Здесь 16 режимов работы. В комплекте он идет с пультом управления. Стоимость 1079 рублей. Друзья, сегодня хочу поделиться с вами своим новым приобретением для дома. Это ароматизатор с палочками LM Home. Я выбрала аромат апельсин, жасмин, ваниль. Мне этот аромат ближе всего. Очень эффектный и бодрящий, вдохновленный ароматами Зеленский and Rosen. Этот диффузор уже идет в комплекте с палочками, и можно их добавлять по ощущениям. При необходимости, чтобы усилить аромат, можно перевернуть палочки. Аромат усилится. В составе премиальные эфирные масла из Франции, полностью безопасны для здоровья. Ароматизатор у меня стоит дома уже третий день, он где только не был, и я просто балдею от этого аромата.
Домашний парфюм унисекс, поэтому подойдет как женщине, так и мужчине, не оставит равнодушным ни одного человека. Флакон объемом 100 мл, хватит его надолго, подойдет он для гостиной, прихожей, спальни, кухни, ванной, а также офиса и салона красоты. Стильный диффузор упаковывается в красивый брендированный тубус и бабл-пленку для защиты. Пришло вот в такой коробке с логотипом LM Home, без повреждений. Это отличный выбор для подарка мужчине или женщине. Стильный бытовой ароматизатор в таком дизайне не стыдно дарить на день рождения, Новый год, Рождество, 23 февраля или 8 марта, в любой праздник или просто без повода. В линейке домашних диффузоров вы найдете огромный ассортимент ароматов, который вам доставит истинное наслаждение. А еще вы там найдете ароматы в свой автомобиль. Аромат очень понравился, реально работает, ставил я его в разные комнаты, стойкий, приятный, отлично ароматизирует. Своим приобретением очень довольна. Проходите по ссылке в описании и заказывайте свой любимый аромат для дома. Ну а мы с вами продолжаем обзор в магазине «Светофор». В продаже есть вот такие толстовки, мужские и женские, они утепленные. Внутри они идут с начесом, тепленькие. Толстовка с капюшоном, с карманами. В составе 80% хлопка, 20% полиэстер. Изготовитель Узбекистан. Размеры есть разные, расцветка тоже в ассортименте. А стоимость 820 рублей. В продаже есть подушка анатомическая с эффектом памяти. Размер 40 на 60 на 11 сантиметров. Очень хорошие отзывы о этих подушках. Смотрите, они действительно работают. Чехол здесь изготовлен из хлопка. Наполнитель Memory Foam, цена 1053. Также в наличии есть подушечки лебяжий пух размером 70 на 70 сантиметров. Плотность, конечно, у них не очень, так слабенькие. Изготовитель России, цена 269 рублей. Пряжа в ассортименте. Пряжа для ручного вязания высшего сорта. Называется «Радуга». В составе 60% кашмелон, 40% полиэстер. Масса мотка 150 грамм и длина нити в мотке 200 метров. Изготовитель – город Новосибирск. Стоимость 127,90. Сапоги из ЭВА здесь тоже в ассортименте. Есть и мужские, и женские. Они утепленные, внутри с искусственным мехом. Сапожки очень легкие, очень теплые. Размеры есть разные. Дизайн симпатичный. Изготовитель Россия. Цена 588 рублей. А еще в наличии есть галоши утепленные, тоже из ЭВА. Внутри у них искусственный мех и меховая опушка. Размеры есть разные, расцветка в ассортименте. Изготовитель Россия, цена 347 рублей. Щетка автомобильная со скребком из комбинированного материала. Длина этой щетки 63,5 см. Изготовитель Россия, город Самара. Стоимость 172 рубля. Также в продаже есть набор отверток «Помощник». В этом наборе 10 предметов. Отвертки здесь разные, и крестовые, и плоские, разного размера. Стоимость набора 338 рублей. Также есть провода для запуска автомобиля. Так, пусковые провода 2,5 метра длина, 230 ампер. На концах зажима в виде крокодила, цена 275 рублей. Также в продаже есть водовпитывающая полимерная ПВА-губка. Она продается в пластиковой тубе, размер 43 на 32 сантиметра. Для протирки различных поверхностей превосходная впитывающая способность, удаляет влагу. Благодаря водонепроницаемому контейнеру всегда готова к использованию, устойчива к воздействию масла, топлива, очищающих жидкостей. Хранить нужно влажной. Изготовитель Китай, стоимость 80 рублей. Привезли удлинители. Удлинитель силовой, 6 ампер, максимальная подключаемая мощность 1300 Вт. Здесь одна розетка, цвет черный, длина провода 25 метров. Изготовитель Республика Беларусь. Стоимость 405,50. А еще в продаже есть газ всесезонный, высокой очистки, 400 мл. Объем подходит для большинства газовых плит, стоимость 78,50. Также есть саморезы по гипсокартону и по дереву черного цвета, госскреп, изготовитель город Санкт-Петербург. Масса 1 кг, размер 3,5 на 51. Цена 193,50. Сифон мини с литым выпуском, с решеткой из нержавеющей стали и гофротрубой 40 на 40 длиной 80 см. Подойдет для ванны, для раковины и для мойки на кухне. Изготовитель Россия, город Самара. Упаковывается в пакет, цена 180 рублей.